Мы сейчас приехали к Татьяне, которая пострадала в Александровке. Мы передаем 2000 рублей, возьмите. Это от вашей знакомой, от Юлии Бодня. А, да. Знаете такую, да? Соседка моя большая. У нее дом сгорел, она сейчас в России с детьми. И она увидела эту ситуацию страшную и передала вам денежку через меня. Спасибо большое. Она помнит о вас и очень переживает. Как там тетя Таня? Ну, наш там с мамой, с Людмилой, дети, и муж. У нее дом сгорел, бедненькая тоже. Ну да, у нее первый дом, а у нас пятый. Снайпер стрелял. Снайпер стрелял, да? Угу. А именно он вас метил, да? Там один раз, второй раз, перед этим обстрел был сильный, где-то в 5:40. Потом вроде бы уже затихло, у меня дочь дома, и я бежала, мы в соседей спим, мы дома даже не ночуем. Я бежала домой, посмотрю, она в переулке, я говорю, я приостановилась, говорю, Ира, что ты там делаешь? И слышу, в это время как-то пролетело, и я даже ей не поняла, или с нулевого блокпоста, или с ферм. Потому что я уже как раз поворачивала в калитку, и оно вот это мне попало. Кошмар. Спасибо огромное. Юлии, спасибо огромное всем, кто помогает. И вы слышали рассказ самой женщины, как это все произошло.